друзья! На связи команда «Успех вместе», Алекс Новиков. И в этом видео я, как и обещал, делюсь с вами результатами построения бизнеса Брайана Бэдденс. Прошло 8 дней. За это время мы достигли больших успехов. За это время мы вышли в топ в мировом рейтинге за апрель месяц. И также есть отличные результаты по доходам у наших партнеров. Друзья, внимание на экран. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Итак, друзья, мы заходим на официальный сайт компании и нажимаем «Лидерборд». Это лидерская доска. И здесь мы видим, что партнеры международного портала «Успех вместе» занимают лидирующие позиции. На первом месте идет Андрей Шаура, потом идет человек из Америки, а далее идет партнер команды «Успех вместе» Александр Новиков, а дальше идут еще партнеры из Америки. И также мы видим 11 место Иван Росков, партнер портала «Успех вместе». Молодой парень. Работал раньше на заводе, недавно уволился с завода и заработал за первые дни $500. Иван Вовк – это человек, который также работает на сегодняшний день на заводе, начальником участка. И этот человек строит бизнес через интернет в свободное время, заработал уже больше $500 за первую неделю. Далее, Елена Парневая, простая домохозяйка, тоже партнер нашей команды, заработала за первую неделю более $500. То есть это люди простые, которые работали кто-то на заводе, кто-то сегодня домохозяйка. Иван Колобов, мы видим, тоже партнер команды. Он раньше работал в транспортной компании по перевозке грузов. И он также заработал больше $500 за первые несколько дней. И мы видим здесь разных людей. Но самое интересное, что в топ-15, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 партнеров, Инна, тоже наш партнер из Беларуси, 7 партнеров международного портала «Успех вместе». Так это мы, друзья, только неделю строим бизнес, а апреля уже прошло 15 дней. 15 дней апреля прошло, мы бизнес строим чуть больше недели. Соответственно, мы сделали хороший рывок и вышли в лидеры апреля по итогам месяца. Что хочу рассказать вам про компанию. То, что постоянно идут регистрации по всему миру. Мы видим предрегистрации. Каждую минуту идут предрегистрации по всему миру. Здесь мы видим разные страны. Видим Вьетнам, видим Филиппины, видим Индию. Далее Румыния, Америка, Россия, еще Румыния, еще Россия, Малайзия, Белоруссия. То есть с разных стран люди подключаются в бизнес, делают предрегистрации. Далее, друзья, что хочу показать. Компания получила номинации по темпам роста. По темпам роста компания получила номинацию «Лучшая компания», «Лучший стартап года». Это тоже номинация данной компании, потому что компания начала действовать в 200 странах мира, и сейчас идет просто потрясающий рост. Смотрите, друзья, дальше, что хочу показать. Также хочу показать вам, почему мы выбрали именно эту компанию. Доступный вход в бизнес. Сегодня просто огромное количество людей подключаются к бизнесу сразу после презентации, потому что не понимают перспективу и понимают, что им это доступно. Новички зарабатывают с первых дней. Отличный востребованный продукт, он еще при этом уникальный. Полностью автоматизированная система, уникальный прибыльный план вознаграждений, надежный, перспективный, долгосрочный бизнес, международный бизнес 200 стран мира. Деньги вы получаете на банковскую карту «Пионер». Приходите в банкомат и снимаете. Простой, комфортный бизнес, не выходя из дома. Давайте в двух словах поговорим с вами, вот мы видим карту, поговорим с вами именно о плане вознаграждений. Только представьте, вы зарабатываете деньги от сети. Вы зарабатываете гораздо больше, чем раньше. Почему? Потому что в данном бизнесе в сеть отдается 75% по бинару. Раньше вы могли зарабатывать максимум 35%, как в других компаниях. То есть 75% это очень щедрый маркетинг-план. Далее, друзья, вы получаете 50% со всех покупок на старте. То есть вы сразу начинаете зарабатывать деньги. Вы имеете проценты. Про проценты я подробно сегодня рассказывать не буду. И сейчас я хочу показать, какая ситуация будет в будущем. У вас люди покупают продукт. Имеется не у вас, они заказывают у компании. Одна баночка слева, одна справа. Люди заказывают продукт. Образуются пары, это пара до $20 комиссионных по бинару. Очень просто, доступно каждому человеку. $20 по бинару. И в будущем, друзья, у вас будет гораздо больше пар. 100 пар, 1000 пар, 2000 пар. И при раскладе 50 человек слева, 50 справа, вы уже имеете $1000 пассивного дохода.
При разных квалификациях, видите, при квалификации бриллиант до миллиона долларов вы получаете пассивного дохода по бинару. Это просто потрясающе. И также есть еще единоразовые вознаграждения. Есть единоразовые вознаграждения, за уровни вы их получаете тоже. Такой, друзья, маркетинг-план. Есть еще один момент, который хочу вам показать. Этот момент называется «Действуй здесь и сейчас». Закон 1.9.90. Если вы попадаете в 1%, это люди, которые приходят в первые 3-12 месяцев, вы зарабатываете просто колоссальные суммы. И у вас сейчас есть возможность попасть в этот 1%. Потом будет 9% людей, которые придут через год-два года. И 90% это люди, которые придут в остальное время. Вы видите, какая разница будет в доходах между вашими доходами и между доходами тех людей, которые придут через год-два года. Поэтому, друзья, принимайте правильные решения. И с таким маркетинг-планом, с таким продуктом, с такими лидерами, конечно же, нужно строить бизнес. Друзья, вы видите, что каждый день идет большой рост, что разные люди зарабатывают. Я показал вам сейчас на экране, что зарабатывают студенты, пенсионеры, домохозяйки, зарабатывают предприниматели и зарабатывают работники завода. Эта возможность доступна каждому человеку. Мой доход за 8 дней составил 1200 долларов. Лидеры разных команд и компаний присоединяются сейчас к нашему бизнесу, занимают позиции, потому что это дальновидные люди, они понимают, что в будущем они могут зарабатывать гораздо больше. Друзья, если вы еще не приняли решение, в каком проценте быть, в одном или в 90, это ваше право. Но я рекомендую вам, примите правильное решение, начните действовать, и мы вместе добьемся успеха. С вами была команда «Успех вместе», Алекс Новиков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте классы, пишите свои комментарии. И до встречи, друзья, в следующем классном видео о результатах нашей команды. Всем удачи!